Привет всем! На связи Нарга и добро пожаловать в мой самый первый косплей-туториал, посвященный конкретному костюму. Мне давно хотелось сделать подобные видео, где я могла бы пошагово показывать, как я делаю те или иные костюмы, и я немного волнуюсь по этому поводу, поэтому поддержите меня лайком и комментарием, чтобы я знала, что вам интересен подобный формат. Итак, сегодня я вам покажу, как я сделала сет Кирин из серии игр Monster Hunter. Материал получился достаточно длинным, поэтому я разобью видео на две части, и в этой части будет про работу с искусственными волосами, а конкретно про то, как я сделала парик и все детали на поясе. Monster Hunter — моя самая любимая серия игр, и я ее большой фанат, что можно увидеть даже по моему нику, который я взяла от своего любимого монстра. Угадайте, какого? Я даже сделала свой самый первый костюм по Monster Hunter в 2012 году полностью из линолеума. В этом году я решила вернуться, так сказать, к истокам, и я выбрала сет Кирин. В первую очередь мне понравились его визуальные пропорции, он достаточно здорово и мило смотрится. Во-вторых, я с ним породнилась, я достаточно много времени провела в игре конкретного Monster Hunter Freedom Unite, у него хорошие статы, и я к нему привыкла. Наконец, этот образ один из самых старых и узнаваемых в серии, он был в играх начиная с первого поколения и перекочевал даже в новейший Monster Hunter World. Поэтому я решила воплотить его в жизнь. Ну что, начнем? Итак, в первую очередь я сделала парик. Я взяла 10 пачек искусственных волос, белого и молочного цвета, и один из своих старых белых париков на тянущейся сетке. Мне нужно было сделать очень густой парик. Для этого я волосы вплетала следующим образом. Я брала небольшую прядь каниколона, сгибала ее напополам, чтобы сделать петельку. Продевала эту петельку через сетку парика сверху вниз, а затем оставшиеся волосы продевала сквозь петельку и плотно затягивала получившийся узелок. Покажу еще раз. И еще раз. Таким образом я вплела волосы по всей длине сетки, двигаясь снизу вверх, завязывая прядки на каждом ряду. Также я чередовала между собой прядки молочного и белого цвета. Итого на парик у меня ушло 6 пачек из 10. Оставшиеся пачки у меня ушли на юбку. Но об этом попозже. В общем, парик получился очень тяжелым. Мне нужен был объем у корней, но пряди были слишком длинными, они мне были не нужны, поэтому я их состригла каскадом, филировочными и обычными ножницами. Где-то за кадром, кстати, я пришила к парику челку, поскольку мой парик основы был без нее. Затем нужно было придать объем и форму будущей укладке. Чтобы начесать волосы, я брала небольшую прядь парика, сбрызгивала ее лаком сильной фиксации, просушивала феном, начесывала щеткой, затем снова закрепляла лаком и феном. И так до бесконечности. Когда волосы были достаточно начесаны, можно было придавать более четкую форму волосам и наметить основной силуэт парика, состригая волосы, придавая им более аккуратный вид, начесывая их снова где нужно. Для финальной и более сильной фиксации я использовала мой самый любимый инструмент как в косплее, так и в повседневной жизни – отпариватель. Пар – очень сильный фиксатор для искусственных волос. Я отпаривала пряди, придавая им небольшую волну на кончиках, попутно состригала лишнее. Пар также фиксирует весь лак, который до этого был вылит на волосы, поэтому укладка действительно цементируется. В конце я затемняла пряди и корни парика тенями для глаз, на тот момент я не могла пользоваться аэрографом. После переезда в мастерскую я также добавила немного теней из аэрографа в том числе. Вот так парик выглядел на первой примерке. А так парик выглядит изнутри, где на сетке видно все вплетенные пряди. Раз уж мы заговорили о волосах, то перейдем к волосам на поясе. На него ушли 3 из 4 оставшихся пачек волос. Для начала я разложила пряди в ряд, посередине приклеила стропу на контактный клей. Затем я прострочила стропу на машинке в 3 ряда. Эти волосатые стропы стали основой моего пояса. Для правильной ширины пояса мне нужно было сделать набедренную повязку. Для ее основы я использовала черную и белую искусственную кожу с текстурой под крокодила. Я вырезала черные полоски, приклеила их к белой коже, затем прошила их на машинке. Далее я могла подстричь лишние волосы на поясе с помощью таймлапса. Затем мне нужно было полностью доделать набедренную повязку, чтобы продолжить заниматься волосами.
Я пришила к ней подкладку из того же кожзама. О том, как я делала текстуру на лицевой стороне, я расскажу в следующей части видео. Последнее, что мне нужно было сделать, это застежку. Я пришила кнопку к изнанке повязки и к стропе на поясе. Наконец, можно было заниматься волосами. Я сделала все по такой же схеме, как и у парика. Сначала начесывание, стрижка, затем укладка волос лаком, феном и паром. Затем я подкрасила волосы тенями. Ну а в финале прошлась немножко аэрографом. Freedom Unite у Хайран Кирина есть в белый хвостик. Я его сделала из искусственного меха, который я склеила на контактный клей, в полоску. И приклеила эту полоску на горячий клей сзади к поясу. Теперь можно задекорировать сам пояс. Я вырезала полоски из 3-мм Ева пенки. Вообще она называется EVA Foam, но мне удобнее называть ее просто Ева. Выжгла на ней орнамент с помощью паяльника. Я примерила эту полоску на поясе, чтобы обрезать лишнее. И оставалось разметить, вырезать мелкие детали из все той же 3-мм пенки. Приклеить их к поясу. Обработать, что нужно, гравером. Сделать детали. Кружочки я вылепляла из foam clay. Далее все сделанное из Евы я загрунтовала автомобильной резиной в несколько слоев. Широкие детали я прокрасила аэрографом. Мелкие детали покрасила серебряной краской из баллончика. Какие-то прокрасила вручную акриловыми красками. Также мне нужен был дополнительный ремень. Я его вырезала из кожзама, прострочила, прокрасила, нарезала на 10 частей, на 8 из которых приклеила треугольнички из Евы. Оставшиеся 2 приклеила к поясу на контактный клей. И можно было собирать пояс. Сначала я приклеила основной пояс. Затем 2 декоративных полоски сбоку. Затем мелкие ремни с треугольничками. Все детали, что касались волос, я клеила на горячий клей, все остальное на контактный. Вся конструкция застегивается на 2 кнопки, которые я расположила по диагонали, чтобы пояс не перекручивался. А широкий черный пояс с одной стороны застегивается на липучку. Но с поясом мы еще не закончили, ведь осталась еще сумка в виде сердца. Ее основу я собрала из 5-мм Ева пенки, а крышку из 3-мм. Затем я сгладила углы гравером. Приклеила декоративные полоски. Загрунтовала все жидкой резиной в несколько слоев. Сначала я хотела сделать сумку функциональной, но я забила на это, когда поняла, что ничего полезного туда все равно не поместится. Поэтому я приклеила крышку сумки к ее основе намертво, докрасила все. Приделала декоративную кнопку. Затем я прорезала 4 отверстия на задней стороне сумки, через которые просунула ремни. Снизу я прошила их между собой для надежности. И, наконец, приклеила сумку на пояс на горячий клей.
И вот что получилось. Ах да, я еще не рассказала про рог на парике. Сам рог я вырезала из 5-миллиметровой пенки, склеенной в несколько слоев. Таким он был до гравюра, а таким после обработки гравюром. Я приклеила на него дополнительные детали из тонкой пенки, выжгла рельеф паяльником, приклеила рог на ленту. Ее я сделала по той же схеме, что и у декоративных ремней на поясе, из той же пенки. Ошибки, допущенные при гравировке или просто неровности поверхности, я покрыла акриловым клеем для швов. Ну и затем снова жидкая резина, покраска аэрографом, а кое-где вручную. К обоим концам ленты я пришила бельевую резинку. И получившийся ободок я надела на манекен с париком снизу вверх. И так он держится сам по себе, без клея. Да, я упомянула, что парик после начесывания получился тяжелым, но в процессе он потерял очень много веса за счет состригания самых длинных волос и весь основной объем сосредоточился у корней. Так что носить его совсем не тяжело, а точно так же, как и любой другой парик. Ну вот, парик с ободком и пояс готовы. На этом пока все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Увидимся в следующей части, так что пока!